Ярослав. Второе место – Петров Ярослав. И победитель – Камурсоев Аслан. Также приглашается тренер победителя. Награждение проводит старший специалист Роскомспорта Козеев Александр Викторович. Весовой категории до 73 кг. Третье места поделили Черный Ростислав и Краюшкин Максим. Второе место – Белов Владимир. И победитель – Новицкий Игорь. Также приглашается тренер победителя. Так, извините, призеры, подойдите.